Биг Мэн, Южная Корея. Итак, уважаемые друзья, в этом конкурсе по жребию начинает команда мира. Биг Мэн, Республика Корея. Мое имя Тэун Юн, а творческий псевдоним Биг Мэн. Я представляю Корею. Я умею своим голосом воспроизводить мелодии и подкладывать биты под любую музыку, от попсы до классики. Ну, например... Как-то так. Когда мне было 15 лет, и я еще учился в школе, я впервые увидел в интернете выступление битбоксеров. И меня это настолько поразило, что я стал пробовать за ними повторять. А вскоре и сам начал писать музыку. Изначально друзьям и родителям не нравилось мое увлечение битбоксом, но когда я занял 8-е место на азиатском чемпионате по битбоксу, их мнение изменилось. Они поняли, что это серьезно, и теперь они меня поддерживают. Я в Москве впервые. Люди здесь очень дружелюбные. За время съемок и репетиций я познакомился с большим количеством талантливых артистов. И хоть я встретил здесь много талантливых соперников из разных уголков мира, я готов в батле с ними сразиться. Тэун Юн или Биг Мэн, 18-летний вундеркинд из Южной Кореи, друзья. Фантастический парень. Первый вопрос, почему вы Биг Мэн? Вообще-то я Биг Мэн, это все знают в Корее и в России. Мое корейское имя Тэон Юн. Тэон – это большой, а Юн – это мужчина. Поэтому то есть я вы большой, Big хорошо. Man. А вы можете меня научить быть хорошим битбоксером? Что для этого нужно? Kick. Вначале нужно научиться делать вот так. Проталкивать воздух. Нормально? Да ты крутой битбоксер. Тэун Юн, друзья! Биг Мэн! Республика Корея! So it's time to set you free. Спасибо. Биг Мэн, Корея.
Друзья, еще раз аплодисменты, потому что человек один, а столько звуков выдал. Браво! Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, сколько сразу звуков одновременно ты можешь сделать? Может быть, 4. А можешь нам продемонстрировать вот прямо сейчас? Два. Так. Уже 3. К членам жюри и спросим, что они думают о твоем выступлении. Ну, давай сначала познакомимся с Николаем Валуевым. Я в свое время даже был на соревнованиях по бибоксу, немножко знаю, что это такое, и то, что он одновременно может произнести столько звуков, это делает ему честь. Он исполнил действительно вот четко от А до Я свой номер. Молодец! Спасибо. Мария, безумно интересно, что вы скажете. Я впервые, признаюсь, слышу это вживую. Я восхищена вами абсолютно. Вы настолько уникальны. Вы инструмент. И то, что вы делаете, особенно меня потряс самый нижний звук ваш. Вот можешь повторить его, пожалуйста? Это идет откуда-то из древних звуков каких-то. Это фантастика. А Джон Уоррен, поразили ли вас звуки, которые издавал на этой сцене Биг Мэн? У меня тоже музыкальное образование, поэтому я понимаю, что надо делать с голосовыми связками, чтобы они сделали такие звуки, и все одновременно. Мне кажется, что это уже человек-оркестр, который раньше там что-то вот... Вот так сделал. Это уже старомодное. Вот это современный человек-оркестр. Джефф Монсон, пожалуйста, ваше мнение по поводу увиденного. В вашем выступлении мне больше всего понравилось то, что вы получаете от этого удовольствие. И я увидел, что все эти звуки и твой талант исходят из твоей души. Именно поэтому мне очень понравился твой номер. Спасибо большое за то, что ты поделился с нами своим уникальным талантом. Браво!